Передача «В кругу друзей», ведущим которой является Дмитрий Шепелев, испытывает серьезные трудности на телевидении. По данным исследований компании «Медиаскопы», шоу на канале России не попало в топ-100 самых популярных передач среди совершеннолетних зрителей страны с момента своего старта. Первый выпуск проекта, вышедший в эфир 9 сентября, занял 99-е место среди самых просматриваемых ТВ-шоу. Несмотря на возмущение общественности и низкие рейтинги, «В кругу друзей» продолжает выходить на федеральном канале. После начала спецоперации Дмитрий Шепелев принял решение отказаться от участия в проектах на телевидении. Он заявил о своем стыде за русских и попросил прощения у украинцев. Некоторое время шоумен не появлялся в публичном пространстве. Однако, в конце лета было объявлено, что Шепелев будет вести передачу о животных под названием «В кругу друзей». У людей начали возникать вопросы об этом возвращении, однако ведущий отказался от комментариев и посоветовал обращаться в пресс-службу проекта. Thank you.